кабель вот этот тянул. Зачем мне нужно это?
Берите, пожалуйста,
Рассаживайтесь.
Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. Прошу прощения, что пришлось так перемещаться. На основании статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа Озер Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Озер Московской области от 18.01.2016 года номер 298/50, решением Совета депутатов городского округа Озер Московской области от 8.05.2020 года номер 274/30 об инициативе об объединении городского округа Озер Московской области и Коломенского городского округа Московской области и назначение публичных слушаний по вопросу об объединении городского округа Озер Московской области и Коломенского городского округа Московской области были назначены публичные слушания на 15 июля 2020 года. На обсуждение вынесен вопрос об объединении городского округа Озер Московской области и Коломенского городского округа Московской области. Информация о проведении публичных слушаний и материалы по теме публичных слушаний опубликованы в официальном печатном издании городского округа Озер Московской области, «Вестник городского округа Озер» от 15 мая 2020 года, выпуск номер 19, заказ 2077, и размещены на официальном сайте городского округа Озер Московской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет 12 мая 2020 года. Инициатором публичных слушаний является Совет депутатов городского округа Озер Московской области. Председателем публичных слушаний назначен Андросов Роман Викторович, председатель Совета депутатов городского округа Озер Московской области. В проведении публичных слушаний участвует председателем публичных слушаний Андросов Роман Викторович, председатель Совета депутатов городского округа Озер, организатор проведения публичных слушаний, секретарь Тицкий Сергей Евгеньевич, начальник правового управления администрации городского округа Озер. Приглашенные участники публичных слушаний: Черкасова Алла Алексеевна, глава городского округа Озер Московской области, Лебедев Денис Юрьевич, глава Коломенского городского округа, Митричева Надежда Алексеевна, заместитель главы администрации, начальник финансового управления городского округа Озер, Шилов Максим Алексеевич, президент Союза Коломенской торговой и промышленной палаты, Смолкин Андрей Сергеевич, руководитель молодой гвардии «Единая Россия» Коломенского городского округа, председатель студенческого совета ГСГУ, член политсовета местного отделения ВВП «Единой России». Сазонингова Ирина Викторовна, заведующая туристическим информационным отделом МБУ, историко-культурный музей, заповедник Коломенский Кремль. Представители местных отделений политических партий. Первый секретарь Озерского городского отделения КПРФ, председатель Озерского городской общественной организации ветеранов, пенсионеров, войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, Тронец Андрей Александрович. Почетные граждане городского округа Озер Московской области. Рогов Сергей Михайлович, Баша Валентина Викторовна. Представители общественной палаты городского округа Озер Московской области. Председатель общественной палаты городского округа Озер Московской области. Влащицкая Олеся Евгеньевна. Жители городского округа Озер Московской области, пожелавшие выступить в день проведения публичных слушаний и зарегистрировавшиеся в установленном порядке. Проведение публичных слушаний будет осуществлено согласно следующему регламенту. Время для выступления, для доклада по вопросу об объединении городского округа Озер Московской области и Коломенского городского округа Московской области до 10 минут. Для выступления участников публичных слушаний до 3 минут. Для ответа на вопросы и дачи разъяснений в пределах 2 минут. Подведение итогов публичных слушаний до 3 минут. Общее время проведения публичных слушаний согласно пункту 3 решения Совета депутатов городского округа Озер Московской области от 8.05.2020 года номер 274/30 об инициативе об объединении городского округа Озер Московской области и Коломенского городского округа Московской области и назначении публичных слушаний по вопросу об объединении городского округа Озер Московской области и Коломенского городского округа Московской области составляет 2 часа. С 14 часов 40 минут до 16 часов 40 минут. В соответствии с требованиями постановления губернатора Московской области от 12.03.2020 года
номер 108 ПГ о введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области, постановлением главы городского округа Озера Московской области от 12.03.2020 года номер 356 о введении на территории городского округа Озера Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, и на основании решения Совета депутатов городского округа Озера Московской области от 8.05.2020 года номер 273/30 о внесении изменений в порядок организации проведения публичных слушаний на территории городского округа Озера Московской области. Публичные слушания проводятся 15 июля 2020 года с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. В связи с чем прошу всех участников публичных слушаний находиться в масках до конца мероприятия и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Сообщаю вам, что участие граждан в публичных слушаниях также осуществляется в режиме видеоконференции с использованием программного обеспечения Zoom. На официальном сайте городского округа Озера Московской области размещен анонс проводимых публичных слушаний с публикацией ссылок платформы Zoom и социальной сети Instagram с адресом проведения видеоконференции публичных слушаний в информационно-телекоммуникационной системе интернет. Граждане, предварительно прошедшие регистрацию на интернет-сайте платформы Zoom, будут иметь возможность сегодня выступить. Для остальных граждан, не зарегистрированных в качестве участника публичной слушания, трансляция публичной слушания будет осуществляться на официальной публичной странице администрации городского округа Озера Московской области в социальной сети Instagram в информационно-телекоммуникационной системе интернет. Прошу организатора секретаря публичных слушаний Тицкого Сергея Евгеньевича доложить о поступивших предложениях и замечаниях по проведению публичных слушаний и о гражданах, пожелавших выступить в день проведения публичных слушаний, зарегистрировавшихся в установленный срок. Пожалуйста, Сергей Евгеньевич. Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний. В установленный законом срок предложений и замечаний от граждан не поступило. Высказаны в письменном виде мнения граждан в количестве 1685 человек, в том числе мнения за объединение выразили 1419 человек, против 266 человек. На публичных слушаниях присутствует 121 участник. Из них граждан, пожелавших выступить в день проведения публичных слушаний и зарегистрировавшихся в установленном порядке, 20 человек. Граждан для выступления на интернет-сайте на платформе Zoom не зарегистрировано. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Слово для доклада предоставляется председателю публичных слушаний, председателю Совета депутатов городского округа Озера Московской области Андросову Роману Викторовичу. Уважаемые участники публичных слушаний, ни для кого не секрет, что в 2018 году я был категорически против объединения городского округа Озера с Коломенским городским округом. В 2018 году Совет депутатов городского округа Озера вышел с инициативы объединения. К чему это могло привести? В 2018 году был поставлен вопрос о ликвидации Озерского муниципального района путем поглощения. Соответственно, всей нашей территорией управляла бы Коломенская администрация и Совет депутатов. Выборов никаких бы не было. Соответственно, наша территория могла назваться или микрорайоном, или поселком городского типа, и жители столкнулись бы с проблемой смены адреса и всех правоустанавливающих документов. В конце 2019 года в 131 федеральный закон о местном самоуправлении внесены изменения, где было введено понимание муниципальный округ. Что такое муниципальный округ? Муниципальный округ – это то, что может, в муниципальный округ может входить два и более городов. Соответственно, при объединении городского округа Коломны и городского округа Озеры никаких прописок менять не надо, правоустанавливающих документов менять не надо, статус города, так же как и всех населенных пунктов, остается прежним. В 2018 году
собственные средства бюджета составляли 1 271 000 000. И на эти деньги можно было выживать. Но опять только выживать, а не развиваться. Если взять 2019 год, собственные средства бюджета у нас уже составляли 920 миллионов. Еще пандемии никакой не было. В этом году мы запланировали 877 миллионов собственных средств. На сегодняшний месяц должны были получить 630, получили 290. Естественно, что на эти деньги мы не можем выполнять обязательства, те, которые прописаны в 131-м федеральном законе. Что планировали мы на этот год? Сделать 8 дворовых территорий. К сожалению, сделаем только одну. Планировали сделать 3 котельные. Сделаем только одну в центральной усадьбе совхоза «Озер». Планировали разрушить детский садик на Калинина и начать строительство. Отложились на 22-й год. Планировали переселение признанного аварийного дома Воровского 33. К сожалению, в этом году этого сделать тоже не сможем. Сделаем только на 70%. Переселение откладывается на год. Планировали также обустроить парк около Амигоса и прибрежную территорию Западного карьера. К сожалению, на сегодняшний день это остается пока только в мечтах. Из 8 запланированных дорог сделаем только 4. Ситуация на самом деле финансовая у нас очень критическая. И как с этой ситуации выйти, если с каждым годом наши собственные средства падают, и не только из-за пандемии это случилось, но сами представьте, если в 2019 году они упали более чем на 300 миллионов. Инвестор, к сожалению, к нам не заходит. Все главы, которые приходили, все понимают, что только если будут открываться у нас новые предприятия, будут рабочие места, соответственно, будет пополнение бюджета. То имущество, которое у нас сегодня есть, мы его 2 года подряд пытались выставить на продажу, хоть как-то, хоть что-то, сделать прибавку к нашему бюджету. Но она до такой степени неликвидная, и даже за те копейки, которые мы ее выставляли, она не интересна никому. Ситуация, к сожалению, такая. И я не вижу другого выхода, как только объединение с Коломенским городским округом, чтобы за счет средств бюджета Коломенского городского округа, не говорю уже о том, что развиваться, но как-то выживать. На сегодняшний день есть вероятность того, что мы не заплатим подрядчикам по тем крошечным аукционам, которые у нас разыграны. 290 миллионов, я повторюсь. Какая ситуация у нас с сетями и со всеми остальными котельными и очистными сооружениями? На сегодняшний день износ сетей, всех наших сетей, составляет 98%. Фактически их нет. Если сравнивать отопительные сезоны 2018 и 2019 года, в течение недели в 2018 году у нас было 17 аварийных ситуаций, в этом году уже 49. Нам не то, что латать негде, сети просто рассыпаются. У нас есть необходимых замена 7 котельных. Котельная в селе Плурядники еле пережила эту зиму на одном котле. Латали-латали, но латать уже, к сожалению, тоже нечего. Также касается вопрос очистных сооружений. У нас под замену очистных сооружений необходимо заменить 6. Все вы прекрасно знаете, что центральные очистные сооружения у нас принадлежат частнику. Частник просит за выкуп этих очистных сооружений 30 миллионов. У нас, к сожалению, этих денег тоже нет. Помимо того, что нам необходимо заплатить 30 миллионов, чтобы выкупить опять в муниципальную собственность очистные сооружения, центральные наши очистные сооружения, нам необходимо на реконструкцию порядка 200 миллионов. На сегодняшний день мы не можем выполнить свои обязательства по постановлению губернатора средней зарплаты бюджетной сферы. Она составляет 54 тысячи. У нас она 34. К сожалению, ситуация очень плачевная. И если брать, в чем мы самостоятельны, могу сказать, что практически ни в чем.
У нас программный бюджет. Мы находимся по 136 статье бюджетного кодекса как глубоко дотационный округ. Соответственно, мы даже собственные средства, которые у нас экономятся с аукционов, не можем без согласования области перекинуть со статьи на статью расходов. Вот вкратце, что я вам хотел сказать. А теперь я хочу слово предоставить главе городского округа Озера Черкасовой Алле Алексеевне. Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний. Свое выступление я хотела бы начать с того, что сказать, что тема объединения, она вообще очень чувствительна для жителей городского округа Озера и очень обсуждаема. В 2019 году много было сделано и командой администрации, и вами, жителями. Не буду перечислять все те вещи, которые были нами сделаны, и то, что мы планировали, потому что я в феврале этого года докладывала об этом в этом зале. И у нас совершенно были другие планы на этот год, 20-й. У нас было очень много задумок и очень много мероприятий, которые мы планировали в этом году провести. Но, к сожалению, получилось то, что получилось. Конечно, огромная потеря идет по экономике в рамках пандемии, которая пришла не только на территорию городского округа Озера, но и не только Московской области, а всей нашей страны, всего земного шара. Да, к сожалению, есть вопросы, связанные с тем, что наши предприниматели, наши предприятия неизвестно, когда смогут выйти на прежние свои обороты для того, чтобы развиваться и хотя бы вернуться к тому уровню, который у них был до этого заболевания. Должны ли мы пренебрегать тем, что городской округ Озера в рамках того, что произошло, не должен больше развиваться? Считаю, что мы не должны так думать, мы должны думать о том, что округ должен развиваться и продолжать хорошие те дела, которые были запланированы. На мой взгляд, я считаю, что объединение с крупным муниципальным образованием, где население свыше 100 тысяч человек, даст нам возможность это развитие продолжить. Даст нам возможность участвовать во многих программах, которые на сегодняшний день мы войти не можем. Поэтому считаю, что в данном случае объединение городского округа Озера и Коломенского городского округа рационально. Спасибо. Слово предоставляется главе Коломенского городского округа Московской области Лебедеву Денису Юрьевичу. Меня так слышно? Я могу, в принципе, без микрофона. Нет, сейчас дадут. Серега, возьми микрофон. Добрый день, уважаемые друзья. Мне на самом деле очень приятно, что вы сегодня здесь все собрались. Все, кто захотел услышать об объединении или узнать о нем и к чему это приводит, в этом зале, я думаю, все помнят, на протяжении 3 лет я руководил Озерами, и в начале всего пути мы с вами принимали решение об объединении города и всех поселений в единое целое. И если вернуться чуть назад, то что нам это дало? Дополнительное вложение средств в развитие территории в целом. Мое отношение к территории как было, так и остается. Я желаю, чтобы Озера двигались и развивались. Я желаю, чтобы здесь создавалась комфортная и благоустроенная среда. То, что мы хотели делать, мы делали это поступательно. Те высвободившиеся средства, которые получили, я думаю, что вы все помните, во что их вложили. Восстановили бассейн, у которого лопнула чаша, нового бассейна, на 45 миллионов денег, которые нужно было для того, чтобы его запустить. Отремонтировали чайку, которая должна была закрыться. Запустили парк, благоустроили территорию. Смогли своими деньгами войти в софинансирование. При условии того, что софинансирование было 50% на 50%. Мы давали со своей стороны 10, и 10 получали от области. Провели достаточно значительные ремонты по школам. Первая школа, которая не входила ни в одну программу, получила средства и ее отремонтировали потом. Получили программу для дальнейшего развития, которая была запланирована. Ситуация на сегодняшний день, я абсолютно согласен с выступающими, которые говорили сейчас до этого, она сложилась не за долгие годы. И та жизненная ситуация, которая повергла всех, ведь не секрет, и области сокращают свои расходы, потому что недособираются налоговые сборы. Это достаточно серьезно. Без денег развиваться и двигаться вперед невозможно. Без денег нельзя вложить копейку в благоустройство. Вот сейчас выступающие говорили о том, что насколько секвестировали дворовые территории и насколько их меньше стало развивать и двигать дальше. Это на самом деле такая тяжелая ситуация, с которой сталкиваться будут все.
необходимые средства для того, чтобы развивать и двигаться вперед. Ведь давайте вернемся в историю. 69-й год, когда было принято решение, ну тогда, на тот момент, обкомом партии о разделении Коломны с Озерами. Когда в Озерах появилось крупное предприятие, и оно стало работать и давать сюда прибыль полностью. Это текстильная фабрика, потом полюс. Вот это все давало деньги, которые формировали бюджет субъекта. Внутри себя имели средства для дальнейшего развития. Без развития промышленности, ну, достаточно тяжело. Без создания рабочих мест, без тех условий, откуда взять деньги, их просто невозможно взять сейчас, да, и поэтому выживать нужно совместно. Я не хочу сказать, Коломна лучше, хуже, но на сегодняшний день мы двигаемся вперед, и совместно будет идти гораздо легче. Коломна последние годы развивается как туристический кластер. За последний год больше 1,5 миллионов человек просто побывало и на объектах посещения Коломны. Но мы говорим о том, что давайте мы туриста пригласим так, чтобы ему было интересно жить. Ну, на самом деле, почему бы не жить в Озерах? В Озерах есть прекрасные места для отдыха. На сегодняшний день действующая гостиница в лесу, не дом отдыха, но гостиница в лесу, это Ле Ферме называется. Ну, наверное, я думаю, многие знают, у Бояркина. Она работает как раз с 2014 года, когда я, будучи главой, помог руководителю собрать документы для того, чтобы ее запустить. И сейчас больше 10 тысяч человек ее посещает. Это же те деньги, которые приходят, которые дают рабочие места. Это туризм, который точно так же развивается. Озера – прекрасная территория с лесами, с полями, где можно водный туризм организовывать, можно организовывать туризм пеший, экологический. Просто посещать и отдыхать эту землю. То же самое делают сейчас москвичи, приезжающие на дачу. Но они что несут? Ну, так, если уж честно говорить. Это мусор, за который мы сейчас платим. Вы платите, любой муниципалитет, и все. Что они оставляют? Пока ничего. Нужно, чтобы они оставляли деньги, оставляли рабочие места. Создать вот этот туристический кластер – это возможно. Мы с этим предложением выходили не один раз в единую территорию, создать, запустить ее и двигаться вперед. Ведь, поймите, сейчас, если говорить о бюджетном обеспечении, я постараюсь коротко, прошу меня там подкорректировать, если я 3 минуты переберу. Мы стараемся сделать все для того, чтобы двигаться вперед. Говорили о дорогах, в которые нужно вкладывать деньги, но они ниоткуда не берутся. Ведь, если обратить внимание, то при объединении по закону Московской области, Российской Федерации, объединенные территории получают софинансирование 95,5%. То есть 95% это деньги, которые даются либо федеральным центром, либо областью, 5% софинансирование со стороны территории. На сегодняшний день это в Коломне происходит. То есть мы своих денег тратим 5% на любой проект. По школам 3. Озера, если я ошибаюсь, поправьте, от 20 до 35%. В любом случае, это в разы больше. То есть в разы больше нужно достать денег из собственного кармана для того, чтобы войти в любой проект, который будет запускаться, который будет развиваться и двигаться вперед. Ведь даже сейчас вот буквально встречался, разговаривали, спрашивали про благоустроенные территории. Территория возле Амигоса и к озеру песочное, которое выходит, оно должно было встать в проект. Но проект нужно сделать, а он стоит ни много ни мало 20 миллионов. Откуда тебе эти деньги взять надо? Потому что других денег без проекта не дадут. Для того, чтобы двигаться, а двигаться вместе, это гораздо лучше. Я еще раз хочу сказать, что для меня Озерская территория, она точно так же важна. Я точно так же переживаю за ее развитие и дальнейшее становление, за ее благоустройство, за создание хороших, качественных условий для жизни, за развитие детских садов и школ, чтобы их не становилось меньше. Я могу вам простым примером привести, что происходило после объединения больших территорий района Коломенского и Коломны, что произошло. Да? Мы полностью сняли вопросы по долгам за газ. Полностью. Которые у района на протяжении многих лет были, и это где-то от 60 до 80 миллионов в зависимости от зимы. Холоднее или теплее она была. Район был должен всегда и двигался вперед. За счет чего это произошло? За счет модернизации системы. Сетей, котельных и всего остального. В это нужно вкладывать. И нужны деньги для того, чтобы это развивать. Для того, чтобы высвобождались деньги, которые можно вложить в развитие благоустройства территории. В создание тех же самых мест отдыха
для людей, для жителей здесь, которые живут. Ну и кроме этого, это создание рабочих мест. Ведь давайте там прямо скажем, я знаю, ко мне многие обращались. Азерчане ездят в Коломну и в ЦРБ, и просто кто-то работает, кто-то в торговый центр. Когда внутри муниципального образования будет маршрут, то цена поездки будет 56 рублей. Ну, сейчас она внутренняя поездка 56 рублей. Вот она такая же будет внутри муниципалитета. А не так, как сейчас старая Коломна, озера ходит, 22-й автобус, и там уже трафик идет в зависимости от количества остановок. Ну и сами знаете, сколько стоит до озера от Коломны доехать. Вот эта вот территория. Многие задавали вопрос, что там получит Коломна, что там получит озера. Я вам честно скажу, здесь не стоит вопрос, что кто получит или кто будет по остаточному принципу финансироваться. Этого нет. Есть бюджетная обеспеченность каждого жителя на любой территории. Вот эту бюджетную обеспеченность нужно осуществить. Я не беру сейчас раскладывать бюджет озер. У вас там была большая статья, которая там очень грамотный человек. Очень. Вот я прям, если человек встанет и скажет, я написал, я ему пожму руку. Но он немножко лукавил. Там цифры просто не совпадали. Да? Он показывал, какое развитие, на каком этапе, что составляет. Ну, прям в первую цифру я могу сказать, что содержание администрации Коломны из всего бюджета – это 2%, а содержание администрации озер – это 4,6%. Ну, просто деньги, которые уходят на администрацию. Прямо в первых цифрах того расклада, который был опубликован на сайте. Ну, а дальше мы будем там, по каждому пункту я могу показать, где какие неточности были. Но это финансы, которые составляют нашу с вами жизнь. Ну, от этого никуда не денешься. Ведь только совместные объединенные усилия дают хороший и качественный толчок вперед. Ведь поверьте, на сегодняшний день, когда инвестор приходит, мы говорим о том, что нужно развивать промышленность. Площадка есть, вот она здесь, прям через дорогу перейти, чуть-чуть влево отойти, там 20 гектар в центре города стоит. Но они, сколько там цехов работают на сегодняшний день? Кто-то знает, сколько предприятий находится? Ну, я не думаю, что больше десятков. По крайней мере, их было больше, но они закрыли сейчас. Вот на эту площадку никто не приходит. Человек, которому она в собственности, он тоже не знает, что с ней делать. Платит он налоги за нее. А рабочие места не создаются. Мощности на ней, ну, огромные. 21 мегаватт. 21 мегаватт – это ровно столько же, сколько потребляют все озера, сейчас висят на текстильной фабрике. Территория нельзя. Да, извините, поэтому я могу рассказывать долго и достаточно знаю хорошо ситуацию. Спасибо за внимание. Я вот обращаюсь к вам и говорю еще раз, что и в отношении объединения я вижу только положительные и только плюсы. Денис Юрьевич, можно один вопрос? Один всего по этой. Скажите, пожалуйста, те программы, которые приняты в Коломенском городском округе, при объединении будут ли распространяться на территорию городского округа озер? Ну, я отвечу. Ну, все программы, которые приняты и вошли в госпрограмму, и озерские программы, и коломенские, будут объединены. Если у нас нет той программы, ну, в Коломне нет той программы, которая была принята в озерах, она войдет в общую. Если в Коломне есть программа, которой нет в озерах, она точно так же войдет в общую. То есть госпрограмму никто не обнуляет. Спасибо. К сожалению, у нас сейчас нет возможности задавать вопросы, потому что выступающие, потому что у нас время для выступления. Я зачитал регламент. Время для выступления определены. Почему, когда вы были здесь главой города, при вас ничего не создавалось? Пойдемте, я готов ответить. Вы нам всем ответите, пожалуйста. Ну, во-первых, вы меня обвиняете в том, что ничего не создавалось. Я даже предприятие готов. Итак, прошу не нарушать регламент. Прошу не нарушать регламент, он был зачитан с самого начала. Слово предоставляется приглашенному на публичное слушание президенту Союза Коломенской торговой и промышленной палаты Шилову Максиму Алексеевичу. Пожалуйста, Максим Алексеевич. В конце. После того, как выступление будут всеми фигурантами закончено, будут ответы на вопрос. Таков регламент. Читайте положение о публичных слушаниях. Вам, как юристу, об этом хорошо известно. Законом предусмотрено референдум. И в уставе городского округа озер
партнеров в статье 15, части 1, прям четко говорится про референдум. И вам, Роман Викторович, об этом знать как не... Вам бы не мешало знать решение Верховного суда и разъяснение пленума. В 2015 году почему не произошло объединение? Потому что части 3, точка 3 статьи 13 федерального закона номер 131 не было. И поэтому объединение только в том случае тогда не произошло. Вас услышали. Пожалуйста, Максим Алексеевич. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Разрешите, я начну тогда, да? У меня 3 минуты будет, больше времени займет. Я считаю, что объединение городского округа Озера и Коломенского городского округа – это очень значимое событие и очень правильное событие. Значит, если мы по каждой ситуации будем проводить референдумы, то мы вряд ли сможем бежать, потому что для того, чтобы нам двигаться вперед, нам нужно действительно бежать, потому что опаздываем. Все мы любим отдыхать за рубежом, потому что наши курорты, они некоторым образом отстают. Давайте уважать выступающих, пожалуйста. Всем будет предоставлено слово. Дело в том, что это я не просто так из обывательства говорю. Дело в том, что несколько лет назад мы столкнулись в Коломне с такой ситуацией, что туристы, которых уже тогда под миллион было, они приезжали всего на один день. И мы долго времени... Прошу вас, не перебивайте выступающего. Потому что он заявил, если бы вы хотели бы выступать, вы также заявились бы и вам предоставили бы слово. Вы этого не сделали. Не надо шумиху здесь устраивать. Пожалуйста. Спасибо, коллега. Сегодня Коломенская торгово-промышленная палата – это свыше 100 членов с разных сфер. Это промышленность, сельское хозяйство, в том числе туризм. И мы считаем, что только при общении 1 плюс 1 может давать 3. Поэтому мы с удовольствием приглашаем в Коломенскую торгово-промышленную палату вступить всех предпринимателей городского округа Озера. К слову сказать, членство в Коломенской торгово-промышленной палате самое низкое в России, 10 тысяч рублей в год. Вот, поэтому добро пожаловать. У нас, мы считаем, что в Коломне чуть больше накопилось опыта, в Озерах не раскрыт потенциал как раз туристско-рекреационной зоны. Как раз с промышленностью полностью согласен, о чем говорил Денис Юрьевич. Значит, также есть крупные предприятия промышленные, которые готовы местным предпринимателям оказать содействие, в том числе по вступлению в федеральные программы, в областные программы. У торгово-промышленной палаты Коломны накопился опыт за несколько лет работы в том, чтобы становиться стабильным, надежным партнером в области взаимодействия бизнес-сообщества и органов власти. Мы понимаем, как это происходит, и подтверждением того стало несколько десятков новых предприятий. Это малых предприятий, крупных предприятий, которые в том числе с иностранным совместным участием, которые вот за последние 2 года открылись в Коломне. То есть мы их считаем. Спасибо за внимание, коллеги. Вопросы, я так понимаю, нет, не предполагаются, да? Нет. Все, спасибо. Слово предоставляется приглашенному на публичное слушание руководителю Молодой гвардии Единой России Коломенского городского округа, председателю студенческого совета ГСГУ, члену политсовета местного отделения ВВП Единой России Андрею Сергеевичу Смолкину. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день. Я, как и многие ребята, молодежь и Коломны, и Озер, являлся волонтером в период пандемии коронавируса, которая как раз и показала, что молодежь Коломны и Озер не делится территориально. Мы единое целое. Потому что те ребята, которые собрались, оказывали помощь жителям и Озер, и Коломны вместе. И вопрос территорий нам никогда не был для нас преградой. Мы приходили в каждый дом, где нужна была помощь, где люди ждали, пенсионеры, многодетные семьи. Вы знаете, что мы ездили по городскому округу, в том числе Озера, одинокие люди, инвалиды. К каждому мы приезжали и оказывали помощь продуктовыми наборами, медицинскими наборами. Это нужно говорить, потому что мы, у нас в студенческом совете и в университете 500 студентов из Озер, которые считают, что им удобно будет дальше развиваться. Они учатся в Коломне, работают. Ладно. Спасибо большое, я продолжу.
Так вот...